русский балет и японские барабаны на одной сцене. Такого грандиозного шоу еще не было не только в нашей стране, но и во всем мире. Уже через несколько дней у улан-удэнцев появится возможность увидеть это первыми. Искусство и культуру страны восходящего солнца представит знаменитый ансамбль барабанщиков из Японии «Кода». Их выступления по всему миру не оставляют никого равнодушными. Название говорит само за себя. В переводе с японского «Кода» – «биение сердца». В древней Японии деревни располагались на таком расстоянии друг от друга, чтобы звук тайко одной деревни был слышен в другой. Так что люди, которые живут в этом ореоле, они все земляки и друзья. И мы разъезжаем по миру со своими барабанами, создаем объединяющее барабанное пространство. Солисты Большого театра признаются, для них возможность работать на одной сцене с японским ансамблем долгое время оставалась мечтой. И вот сейчас, благодаря культурному фонду Морихиро Ивата, долгожданное сотрудничество стало возможным. Участвовать в таком мероприятии – огромная честь, потому что это им фестиваль дружбы с японской стороной и возможность исполнить замечательную хореографию Мори-сан с такой действительно потрясающей группы барабанщиков и, наконец, мечта Мори-сана и нас, артистов, воплотиться. В этот вечер зрители смогут увидеть лучшие традиции Японии. Одна из них – правильное надевание и ношение кимоно. Для японцев это не просто национальная одежда, а целое искусство. Также гости вечера познакомятся с творчеством японского фотографа Хироши Абе. Он привез с собой более 100 работ. По словам организатора фестиваля, он и сам с нетерпением ждет премьеры, ведь шоу обещает быть незабываемым. В первом отделении будем показывать балет «Тамаши». Это вот, который люди объединяет и одному цели, как сказать, будет идти. Честь, долг, любовь и ради своего родину. И не было вот такой двух, как сказать, артистов собрано на одном на сцене. И ни в Москве не было, в Японии не было, исторически вот не было чтобы совместный «Кода» и Большого театра. Возможность поближе познакомиться с искусством и культурой Японии и увидеть завораживающий балет в исполнении солистов Большого у улан-удэнцев появится 3 сентября в 18:30 на сцене театра оперы и балета. Юлия Пермякова, Вячеслав Сердюченко, телекомпания АТВ.